Всем привет! Предлагаю посмотреть, какие цветы я увидела в магазине Аби, город Нижний Новгород. Сначала вот небольшая акция. Агератум, георгина, бегония по 199 рублей, петунии по 159 рублей. Вот бегонии. Петунии, пожалуйста. Гортензии уж больно хороши, но я даже и цену не стала тут смотреть, потому что они, конечно, дороговаты, но до того хороши. Неужели этот цвет такой некрашенный, сам по себе такой цвет? У меня были только белые гортензии двух видов. Фанька мокрый. Овечки. Подсолнечник декоративный. $249. Цинерария. $269, только я не разглядела, 6 или 8 штучек в этой кассете. Серебряные листочки. Это георгина. Это георгина однолетняя. $289. Скромные, конечно, совсем не такие, какие я выращивала дома. Огромные, разные цветы. Эх. Хосты. Так, а это вот, долго не могла разглядеть. Это, оказывается, вербаскум. $289. Сейчас поближе покажу вам. Такой цветок я не сажала. Ничего о нем сказать не могу. Или растение. Хоста. Зибольда Фрэнсис Вильямс. $299. А это астильба. Вот астильбы я люблю. Астильба китайская. Milk and Honey. $269. У нее уже здесь бутончики. Стрелочку выкинула. Вот такой небольшой обзорчик. Оставайтесь на моем канале. Дальше буду показывать, как дома пересаживаю цветы, орхидейками займусь. Все вам покажу. Всего вам доброго, друзья. Пока-пока-пока, до новых встреч.